Тем часам у период отпуска и каникулы у супрацовники ДАИ узмацнили контроль за выполнением правил дорожного руху водителями, которые ожидают перевозки пассажиров. Перевышение хуткостных режимов, невыполнение потребований знаков и разметки, проезд на червоный сигнал светлофора. Выявленное порушение, что месяц разглядает комиссия по безопасности дорожного руху, створенная на базе предприемства Гомель Абл Пассажир Транс. При проведении рейдов специалисты работают разом с супрацовниками ДАИ, Белтехогляду и филиала транспортной инспекции. Под контролем у все виды транспорта – автобусы, троллейбусы, маршрутки и такси. На такси мы обращаем также внимание, на наличие водительских удостоверений, наличие допуска к участию в дорожном движении. Мы подходим более внимательно, потому что это все-таки должны быть водители-профессионалы, которым доверено перевозить пассажиров, и значит доверена безопасность других граждан. В случае системности нарушений со стороны перевозчиков один, два и более раз мы можем выносить предупреждение, приостанавливать карточку маршрута. Когда пассажир стал свидетелем нарушения правил, он может зафиксировать его с помощью фото и видео, а затем звернуться у любое подразделение Держаутоинспекции. Покарание для водителя будет зависеть от ступени тяжкости. Например, когда водитель проехал на червоный сигнал або перевозил пассажиров неправильно, ему погрожает штраф от 1 до 5 базовых. Нарушение правил обгону может караться позбавлением правов.